Доброе утро, Югра! Согласитесь, что талантливые люди талантливы во всем. Очередное тому доказательство – книги американской актрисы Кэмерон Диаз о здоровье и долголетии. На протяжении всей своей карьеры Кэмерон Диаз служила примером для подражания для миллионов женщин. Но о своем здоровье она стала задумываться всего несколько лет назад. В книге о теле она не предлагает универсальной для всех программы здоровья и не ставит конкретных целей, достижимых за неделю или за месяц. Актриса делится знаниями, полученными как на собственном опыте, так и благодаря консультациям специалистов по здоровому образу жизни. Здесь описан постепенный путь к долгой, активной и здоровой жизни. Энергия кислорода, азбука фитнеса, планирование питания. Это позитивное, информативное и вдохновляющее руководство для каждой женщины. В книге много толковых советов. Вот, например. В теле заложена потребность в движении. Отдых после физической нагрузки и полноценный сон необходим для восстановления сил. Но на сон нам отведено 8, а не 24 часа в сутки. Книга отлично подойдет для тех, кто только начинает свое знакомство с здоровым образом жизни. Заряд бодрости и позитива вам обеспечен. Обе книги Кэмерон Диаз находятся на полках городских библиотек Ханты-Мансийска. До новых встреч!